Правда об отношениях, которые не знают или не могут принять многие мужчины, заключается в том, что в отношениях не может быть хорошо обоим. В отношениях может быть хорошо или только вам, или только ей. А вот женщины это понимают прекрасно, и поэтому всеми силами нас стараются убедить в том, что счастье мужчины зависит от счастья женщины. Они очень любят нам говорить, что счастливым будет только тот мужчина, который сможет сделать счастливой свою женщину. Но это то же самое, как когда владелец компании говорит своим подчиненным: «Мы одна семья, а поэтому вы должны усердно работать, чтобы наша компания процветала». Но при этом всю прибыль от работы компании он забирает себе. Вы просто сами посчитайте, кому семья приносит выгоду, а кто в семье работает и несет дополнительные расходы. И вам все сразу станет понятно.